Всем здравствуйте! Хотела вот поделиться с вами местом, в котором мы сегодня празднуем детский день рождения. Но не наш, а вот Адрянчика пригласили к Витюшке на день рождения. Ему вот 10 лет исполнилось, а такую нам комнату выделили. Пока здесь все выглядит цивильно, решила поснимать, да. Так вот красиво украшено, вау, даже пакетик какой-то здесь. Вау, это, наверное, для именинника, здесь уже подарок. Обалдеть, ну я распаковывать не буду, но все равно очень приятные такие мелочи там. Так вот, стол украшен. Такая вот у нас комнатка. О, обалдеть, мы все в восторге. Мы, кстати, сюда пришли, и еще здесь никого нету. Сейчас лето, жара, скорее всего, сейчас все отдыхают в бассейне. И вот для нас вот такое помещение, только для нас. У нас, кажется, 10 детей и трое взрослых. Здесь вот второй этаж есть. Такое вот дерево. Тихо, спокойно. Это прям как неожиданно. Обычно в такие места приходишь, тут это дикие эти оры. Такой здесь вот аттракциончик. Можно полазить. Так, сейчас это я здесь. Потом пойду наверх показывать вам. Идем дальше. Здесь тоже. Такая вот, такое сооружение, где тоже можно полазить, наверное, с препятствиями какими-то. Красота. Ага. Ну все, там вот за окном находится карт, там можно на машинках гоночных погонять. Ну, кажется, это у нас не ходило, не входит в наш пакет, который здесь мы, ну, Ира забронировала для дня рождения. Да, вот здесь вот можно полазить. Там, видите, специальные эти, как это сказать, не знаю, ремни, да. Ну, скорее всего, здесь кто-то должен прийти и контролировать, чтобы дети вот здесь вот полазили по этим штукам. Вау, обалдеть. Смотрите, какой дракошка. О, красота. Мы просто все в восторге. Дети сразу... Вон они, дети наши. Привет! Папа! И побежал. Молодец. Так, а здесь, наверное, для маленьких детишек райончик. Ну, точно. Смотрите, здесь такой батутик. Все так чистенько, аккуратненько. Ага. И здесь вот нет такого типичного запаха для таких помещений. Вот у нас, где мы живем. Куда заходишь, можно сразу в обморок упасть в такую жару, потому что воздух спертый. Извиняюсь за выражение, пахнет, да, там то какашечками, то носками какими-то. Да, здесь свежий воздух. Ну да, опять-таки, здесь еще пока никого нет, только мы. Вот, это интересно, смотрите, какой пол. Вау, это этот обычный линолеум, но так красиво выглядит. Шикарно, шикарно. Вау, ой, стульчик такой красивый. Ой, я просто в восторге. А, обалдеть. Да, точно, здесь видите, от 0 до 3, а там с 3 лет. Вот такой здесь гамак. Ага, залез и не вылез, наверное. Так, здесь вулканчик вот такой вот. Обычно в таких заведениях просят просто в этих носках с прорезиновой подошвой приходить. А здесь попросили даже вот в кроссовках. Там вот тоже такой батутик. Красота. Ой, там шарики, бег с препятствиями. Здесь вот комнаты с разными тематиками. Детишки могут, оказывается, тут сами выбрать, в какой комнате они хотят праздновать свой день рождения. Здесь, конечно, есть некоторые там побольше комнатки. Если ты там с 5 друзьями приходишь, то, например, вот эту комнату тебе точно не сдадут. Но все равно, да, сам факт, что ты можешь выбрать комнату. Здесь вот тоже. О, кёниш. Королевская комната. Я говорю, вот в этой комнате я бы сама бы даже попраздновала.
какой стол здесь королевский, да, на самом деле красивый, такой необычный. Не, вообще, конечно, молодцы, молодцы. Мусорка стоит в каждой комнате. Так, да, ну нашу комнату вы уже видели. Как она называется, кстати? А, луг, лесной луг. Да, что мне здесь понравилось, да, что здесь есть такие вот шкафчики, где можно попрятать свои вещи. И вначале, кстати, была еще гардеробная, да, можно там свои вещи подставлять. Очень красиво. Так, а здесь что у нас? Океан. А, на самом деле выглядит так. Тоже большая комната довольно-таки. Ага, даже этот есть. Доска для плавания. Серфинга. Очень красиво. Так, а что еще здесь есть? А здесь что у нас? А, вон это, как Алиса в стране чудес. Ага. Облачко. Красиво. Да. Thank you.